Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Наконец-то Оля выходит в прямой эфир и начинает записывать свои видеоролики. Я постараюсь уже больше так не пропадать. Все потому, что в том году было настолько много работы, что я еле-еле успевала вести Инстаграм. А те, кто не отписался от моего YouTube-канала, переходили на Инстаграм, следили там за всеми новостями. Что касается Польши, я вам безумно благодарна. Надеюсь, в этом году мы будем чаще с вами видеться тоже в таких разговорных видео в Ютубе, и вы будете больше узнавать информации, потому что сейчас а-ля специалистов появилось очень большое количество. Жалко, что не каждый рассказывает правильную информацию и с подтверждением на какие-то ссылки и законы. Сегодня мы поговорим, что же нам принесет 2022 год, и что он уже нам даже принес. Поэтому, если вам это интересно, то оставайтесь вместе со мной. Первое, самое главное, самое нашумевшее, конечно же, это поправки к закону иностранцев. Все начали в один момент писать уже посты, рассказывать видео. Все, ребята, все. Все наши мучения с вами закончились. Но немножечко погодите, потому что президент подписал эти поправки, но их даже нету в денег уставы. Все потому, что по правилам Польши, когда президент подписывает, то с момента публикации в Дзенніку уставы должно пройти 14 дней, и только тогда закон вступает в свою силу. Что же это означает? Это означает то, что президент, да, он подписал, но законы еще не вошли в свое действие. Поэтому, если вы думаете менять работодателя, вы ожидаете ошвидчения без коридора, либо же другие какие-то изменения, то на данном этапе это все не работает. Если вам кто-то утверждает, что законы действуют, что вам вообще ничего не нужно менять, это неправда. На данном этапе, к сегодняшнему дню, все осталось без изменений. Мы все так же меняем, мы все так же оповещаем ужинты и так далее. Поэтому я думаю, что вопросов по поводу уже законов и поправок к закону к иностранцам уже не будет, и вы будете знать. Как только оно появится в Дзенніку уставы, как только законы вступят в свою силу, конечно же, я запишу и для вас и видео, и напишу пост, вы первые узнаете о всех изменениях. Следующее нашумевшее, конечно же, это пособие. Кому не нравится получать деньги с государства? Да, конечно же, всем. Значит, первое, что самое важное, это с 1 января появился такой как бы защилок родины, то есть это пособие родинного капитала 12 тысяч злотых. Кому же эти деньги? Да, иностранцы могут тоже подаваться на такой вид пособия, но только с картой с доступом к рынку труда, сталый побыт, карта резидента и так далее. Что касается, если вы находитесь на продленной визе, если у вас печать в паспорте, к сожалению, вы податься на такое пособие не можете. Кто вообще также еще может подаваться на такое пособие? Конечно же, родители детей, которым исполнилось уже 12 месяцев до 35 месяцев. Подаются документы через ЗУС. У многих уже это появилась вкладка в ЗУС-ПУЭ, поэтому очень важным этапом сделать для себя электронную подпись, и тогда вы сможете беспроблемно подаваться на такое пособие. Конечно же, все это очень хорошо, эти пособия, деньги и бла-бла-бла, но с 1 января у нас увеличилась заработная плата, то есть на умове о праце, то есть когда вы работаете на этате, с 2800 злотых брутто заработная плата сейчас составляет 3000 злотых 10 брутто. Что касается умовы злицения, умовы отдела, было 18.30, то сейчас 19.70 за час злотых брутто. Если же у вас еще старые ставки, то вы обязательно должны подписать у своего работодателя аннекс. Аннекс – это документ к вашему основному договору, который гласит, что какой-то параграф, какой-то пункт в вашем договоре изменился. Поэтому, если вы еще не подписали такой аннекс, а у вас была минимальная, там, допустим, 2800, либо же 18.30, то обязательно приходите к своему работодателю и подписывайте аннекс. Следите за своими документами. Но что же у нас получается? Дают нам миллионных пособий, заработная плата растет, а в итоге, конечно же, в итоге приходит польский лад, который мешает нам этому всему, потому что налоги очень сильно выросли в Польше, особенно на складку здоровотным. Поэтому, если у вас 19.70 злотых
Уверяю вас, что даже не рассчитывайте, что ваша заработная плата сейчас будет 16 злотых нетто. Если высчитывать все налоги, все пособия, то с 19.70 выходит, что у вас 14.91 злотых нетто. Если же вы получаете выше, то просто радуйтесь и говорите спасибо своему работодателю. Если же ниже, то, конечно же, вы должны пообщаться со своим работодателем и узнать, почему такая у вас низшая ставка. Возможно, вы подписали документ такой, как ППК. Если вы не знаете, что такое ППК, у меня есть предыдущие ролики, посмотрите, что это означает. И также есть посты еще в Инстаграме, так что можете обязательно их прочитать. Все мы еще помним, что в период эпидемии, когда она только начиналась, в 2020 году, нам выдали всем боны туристические. Ну, как всем. Те, кто получает 500+, то у вас автоматически в ЗУС ПЭ появилась такая вкладка, как бон туристический. Каждый имеет его использовать на ребенка. В плане каком? То есть вы можете использовать это в отеле, где-то в ресторане в каком-то, либо же в аттракционах, бассейнах, аквапарках. Есть официальный сайт, я оставлю его здесь, либо же в описании, где вы можете посмотреть, где вы можете использовать этот бон туристический. Он был до 2021 года, в связи с тем, что еще эпидемия продлевается. И не каждый использовал этот бон. Там дается 500 злотых на один раз. То вы его можете использовать дольше, потому что бон туристический продлен до 31 сентября 2022 года. Ну и, конечно же, эпидемия равно вакцинация. Про это примуса нету никакого, то есть никого не заставляют в Польше делать эту вакцину. Но многие уже к этому так склоняют и так подводят нас к тому, что мы уже будем обязаны делать. Хотя не вижу никакой логики, особенно сейчас при пересечении границ. Я думаю, что многие из вас знают, что даже если вы вакцинированы, либо вы являетесь оздоровенцем, вы и так должны на границе показать свой сертификат негативный, антиген, либо же ПЦР, то, что вы не болеете на коронавирус. Но и смысл этой вакцинации никто не знает. Ко всему к тому же, с 1 февраля 2022 года сертификаты вакцин будут сокращены, то есть они будут теперь до 9 месяцев. Если ваш сертификат был годен год, то он будет сокращаться до 9 месяцев. Об этом я также написала в Инстаграме, поэтому если вам интересно, то дайте мне знать в комментариях, хотите ли вы более детальную информацию по поводу пересечения границ и сертификатов, либо же достаточно того, что уже есть в интернете. Уже сейчас вы можете оформлять 400+. Конечно же, пособие на ясли. Эти деньги будут перечислены в ваши ясли для того, чтобы уменьшить ваши оплаты. 400 злотых вы можете подавать также через УСПУЭ, через банк, либо же через систему Эмпатия. С 1 января 2022 года, конечно же, президент подписал еще также новые правила ужесточения для водителей, то есть касающие штрафов. Если вам это интересная тема, то дайте мне знать, я запишу для вас видео, потому что там штрафы чуть ли не до 5000 злотых. Но и с 1 февраля 2022 года будет более жестокая проверка торговых воскресений. Что это означает? Понятное дело, в воскресенье многие магазины закрыты. Но Польша, конечно же, начала обходить эту систему и сделала так, что магазин, например, Ашан, является как почтовое отделение. То есть вы можете прийти туда, отдать свою посылку и при этом скупиться. Что не смешно, как всегда в Польше логики у нас нету, но почтовые сами отделения, такие как Почта Польская, они в воскресенье не работают. Поэтому магазины сделали якобы, они имеют почтовое отделение. С 1 февраля 2022 года будет ужесточение. То есть прибыль от почтовых отделений должно приносить магазину 40%. Только тогда оно в воскресенье может работать. Как оно будет на практике, я уверена, что поляки еще что-то придумают, и они также дальше будут открыты. Поэтому сейчас в воскресенье вы 100% можете найти Lidl открытый, Бедронка, Ашан, Carrefour, Kaufland и другие магазины. Ну и, конечно же, в связи с приходом Польского Лада есть такой пункт, как нелегальное трудоустройство. И многие паблики написали уже сейчас, что только за нелегальное трудоустройство будет нести ответственность работодатель. Что касается Польского Лада, то это да, предусмотрены штрафы для работодателей, которые нелегально трудоустраивают работников. Но к тому же иностранцев это, как это сказать, оно касается тоже, но иностранец будет нести точно на такую же ответственность, как и раньше. То есть у вас может быть депортация от 6 месяцев до 5 лет, а также штраф за то, что вы находились нелегально на территории Польши, либо же вышли на работу нелегально.
Вы сейчас спросите: Оля, ну как можно трудоустроиться нелегально, если так, визы продлены, разрешение на работу продлено, карты продлены, то сиди здесь и пахни. Но, к сожалению, даже если вы переходите к другому своему работодателю, то и так вы должны быть трудоустроены легально. То есть иметь ошвидчение, если это нужно, подписан договор, через 7 дней получить ЗУС, и уже можете находиться на территории Польши тогда легально. То есть вы будете 100% уверены, что ничего вам не грозит. Поэтому за своими документами вы обязаны следить, потому что все-таки рано или поздно эпидемия закончится. И я просто не хочу даже представлять, сколько сейчас людей нелегально работает, сколько людей находится сейчас нелегально, потому что сейчас на самом деле очень тяжело отследить, кто легальный, кто нелегальный. Кто-то въехал по визе, кто-то по биометрии, биометрия продлена, кто-то подался на карту почтой, еще никакого ответа с ужинда нету, они переехали в другое воеводство. Но поверьте мне, настраивайтесь на то, что рано или поздно эта эпидемия, как я сказала, заканчивается, поэтому нужно наводить порядки со своими документами. Я надеюсь, что сегодня видео было информативное для вас и полезно. Я очень рада вернуться на YouTube-канал, надеюсь, вы также рады, и благодарю всем тем, кто еще раз не отписался от меня. Если у вас есть какие-то вопросы, то оставляйте их в комментариях. Также хочу узнать от вас, что именно вы хотите, чтобы я поснимала, может быть, хотите, чтобы я обновила какие-то видеоролики, которые уже очень-очень давно записывала. Поэтому жду от вас обратную связь. Не забывайте подписаться на мой канал. Ну а мы с вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. И всем пока-пока!